Итак, друзья, сейчас, я думаю, многие знают о том, что не особо удобно переходить на, значит, переключаться между языками по умолчанию кнопками Shift и Alt, да, тянуться не особо приятно, приятнее, удобнее сбоку Ctrl-Shift и так как, значит, поменять сочетанием клавиш Windows 10 для переключения английского языка. Левой кнопкой нажимаем, вот видите, у нас справа внизу здесь язык английский, он, да, левой кнопкой, не правой, левой. Заходим в настройки языка. Далее, друзья, значит, выбираем клавиатура и здесь сочетаем клавиш для языкового ввода. Ну и здесь вот сменить сочетание клавиш. И видите, по умолчанию на Alt и End Shift, да, стоит. И мы выбираем Ctrl-Shift, нажимаем ОК, нажимаем Применить, нажимаем ОК. И теперь нажимаем Ctrl-Shift. Видите, у нас справа внизу переключается язык, друзья. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылок никаких не надо в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.